Демьяну всего месяц, а испытаний на его долю уже выпало немало. Однако от родителей, похоже, он унаследовал терпение и оптимизм и лишний раз не расстраивает маму заливистым криком, а лишь дает понять, что ему некомфортно. Довольно-таки тяжелые роды были. Вот мы лежали неделю в интенсивной терапии, сначала в роддоме, затем лежали в детской первой больнице. Вот сейчас на сегодняшний день у нас, конечно, проблема вот только с ножками осталась, пусть как будет решить. И все, и мы будем совсем здоровыми. Дойдем. О том, что с ножками сына не все в порядке, мама Демьяна узнала во время беременности. Но врачи обнадежили, косолапость, даже двухстороннюю, можно исправить. Нужно только не затягивать с началом лечения. Демьяну будет предложено поэтапное лечение. Оно состоит из нескольких этапов гипсования. Ему ножки будут постепенно выпрямлять. И потом ему будет предложена обувь, такая специальная, он в ней будет ходить. Она называется брейсы. Постепенно ножки мальчика выпрямятся, и к школе Демьян сможет играть и в футбол, и в хоккей, и кататься на лыжах. Однако, чтобы это осуществилось, нужно 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи сейчас нет, но помочь может каждый, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Росфонда.